Всем привет, с вами Джесс, и сегодня мы будем с вами продолжать опять играть в Tomb Raider. Ну что, поехали. Так, мы остановили возле костра, мы покушали мясо. Кстати, мы сейчас покушаем мясо. Аня, нельзя? Ладно. Я Лара Крофт, археолог с научного судна Endurance. И мы сейчас идем дальше играть. Бежим сейчас, наверное, туда, на крестик, на треугольник, как в Скайриме был. Ну, все же, наверное, его уже знали давным-давно. Так, зайчики. Побежали. Бежит она как-то непонятно. Труп валяется, дверь... А кто дверь открыл? Ну, ладно. Вот это дно. Черт. Кажется, нас закрыли, блин. Сто опыта еще нормально. Спускаемся. Прямиком в ад. Мне страшно уже, народ. Нас тут специально нас сюда загнали. Давайте. Сейчас. Раз. Что за сатанисты? Аккуратно под балкой проходим. Ой, так. Что я делаю? Да куда ты спускаешься? Черепа, сколько ж тут мертвых людей было? Боже, это безумие. Пипец. Традиционная маска театра Но. Женщина в обличии демона. Она древнее остальных. Что мне надо делать? А, вот. Ну со Скайрима, ну смотрите, ну. Следы белой краски. Маску надевал человек знатного рода. Как в Скайриме, еще не хватает драконов и прокачки скиллов. Че у нас тут? Ладно, я уже куда-то иду не туда. А может его надо было взять маску? Хотя я взял вроде бы. Пам-парам-парам-пам-пам-пам. Что это такое было? Да не ори, блин, не ори. Подпаливаем и уходим. Аккуратно, аккуратно, все горит, все взрывается. Ой, твою ж мять, а! Сколько мяса, тут бойня была, ё-моё. Пипец, олень валяется, куча кишок каких-то, мясо висит. А вот и кирка. Твою ж мать. Пипец, что тут было? Вот это кирка. Да, малофака, это Майнкрафт. Это то было. Assassin's Creed, а это теперь Майнкрафт. Еще лопату надо найти нам. А вот, кстати, лопатка лежит. Возьми ее, Лара. Тем более, если хотелось. Так, поспать можно. Ну, это, конечно, киркой же разломать двери. Кто же не хочет киркой дверь ломать? Нифига наломать. А, зажимать надо. То есть, нажимать. Прям с искрами дверь вылетел. Вот это у нее силенок. А бицуха, хотя небольшая. Да, эпично, конечно. Может, эта игра даже переплюнет Far Cry 3? Ну, посмотрим, народ, посмотрим. Ладно. Пора вылазить, Лара. Это было страшно, но весело. Как у нее стрелы только не выпадает. Она так прыгает, крутится везде. Или они у нее скотчем примотаны, или не знаю там. На чем сидеть? То есть она болтается, а стрелы стоят на месте, не выпадают. В реальной жизни выпадали бы уже все. О, на контроле спокойно можно идти. Поняла? Да. У нас костер. Ищите дым. Уже идем. Тихо. Главное сейчас не пропалиться. Да куда ж ты вас... Ты жива? О, это свои, народ! Здорово! Сюрприз.
Сюрприз, не ожидали? Он один из нас. Прошу прощения, если напугал. Здесь кто угодно испугается. Мы говорили с вашими людьми. Они уже идут сюда. Вот, он перевязал мне ногу. А, ну хоть чем-то помог. О, где мои манеры? Простите, я Матиас. Когда-то был учителем. Но боюсь для жизни... Какой-то ты подозрительно странный чувак. Дорогая, ты устала? Садись. Да. Сэмми как раз рассказывала мне... Блин, у него прям в землю вошел. Да. Императрица Пимика была владычицей Японии. Она любит об этом рассказывать. Пимика была красивой, загадочной, но властной и безжалостной. По легенде, она владела сверхъестественными силами. А здесь обычно я перестаю слушать. В мифах всегда есть доля истины. Она командовала армией воинов-самураев, штормовыми стражами. В битве они оседлывали сам ветер и сокрушали всех врагов. Говорят, что солнце сходило по приказу Пимика, и она правила всем, чего касались его лучи. От гор, до моря. Матис! Это был всего лишь сон. Блин, глупый сон, а? Я тоже поверил, кстати, реально. А кому ж ты руку жала тогда? Или они все убежали? Неужели их утащили? Оу, щит! Фак! Да, ой, ситуация, надо расцепить как-то тут. Вот черт, тебе надо попасть в волк еще, наверное, будет. Кто здесь? Покажись, блин! Не пугай меня, чувак! Или зверь? Это было? Тихо. Тихо. Сводимся. И прямой наводкой к уродну! Тихо! Ой, блин, как же страшно. Headshot, bitches! 110 экспы, вот это да, прям в пасть. Кто? О, это свои. Экстремально. Ух, тут вся компания, ребята, вся компашка тут собралась. Но я отключилась, а проснулась, их уже нет. Девушкам нельзя гулять одни. Надо их найти. Да, ребята, надо их найти. На такой большой карте, то есть острый, да. На этом большом острове они встретились, ну как это возможно? Я с ней. Нет, я с ней. Пользоваться-то умеете? Лучше бы мне дали пушку уже. Идите к роту. Мы найдем Сэмми и этого Матиаса. Ты как, ничего? Вроде да. Передохнуть бы пару минут. Так, ну мы остались, конечно, ждать. Неплохо. Да, так. Ничего, прям. Прям, да прям графон. Так, дальше нам надо. Опа. Кью. И нам показывает, что. К
какие-то инструменты. Надо поджечь. А у меня факела, по сути, нет. А этот нельзя. А, не, можно обжечь. О! Сейчас порвемся в вещах. Все, сразу загорелось. Нахер кое. Запчасти какие-то. О, для чего они нужны? Собирайте запчасти, чтобы... Я опять не успел. Ну ладно. Нормально стрел дали. Коробочка, коробочка. Давай, давай. Да, в самом деле. Да ну что ж ты будешь... Как пользоваться киркой? А где моя кирка? Чё я кирку не могу взять? Я не понял. Как мне взять кирку? Подождите. Я ничего не понял. А где? Что за... Ну так бей, не знаю что. Ладно, не можем открыть так... Чёрт с ней дверь. Так, что у нас там? То есть это у нас... Если я смотрю так, на Z и прямо смотрит на Z. Так, ладно, надо туда бежать. Побежали тогда. Бегу! Ща, подожди, так. Сейчас надо собрать. Чё, мне места уже нету? Стрел прям валом, хоть жуй. Так, залазим. На, что это за плитка какая-то? А, она исчезла. Глупо. Все как на Xbox, на PS тоже все исчезает как-то это. О, у ворот. Ща, подожди, у ворот. О, нормалек. Могли бы предупредить о волках, доктор. Стрелу забирам, конечно, потому что... Чё, ими разбрасываться, что ли? Какой-то, знаете, вот... Ну, грешно, наверное, сказать, ну, немножко. Ну, совсем чуть похоже на ассасинское. Ну, очень мало, но чуть-чуть есть такое дело. Там, подожди. Тут какие-то штучки интересные валяются. Так, давайте быстренько все это подберем и подбежим к тому чуваку уже. Кому они поклоняются? Да, кому эти станисты? Так, быстренько забираем. Так, сожжем вот эту штуку и, наверное, пойдем дальше. Давайте быстрее. Да поджигай же ты уже. Давай. Давай скорее выпадай сундучок. Мы его сейчас вскрыли, получили, побежали. Блокнот какой-то, книжка. Так, давай. Нам надо туда. Сейчас я бегу, чувак. С факелом бегу к тебе. О, факел не тухнет, кстати. Как-то она так бежит, и она не тухнет. Ну ладно. Пам-парам-пам. Забегаем сюда. Я не по мосту прошел чуть-чуть. Ну ладно, не суть. Так, ворота. Это великолепно. Я видела такие. Похоже, ритуальная. Эта женская фигура особенно интересна. Кажется, это сделали недавно. И, несомненно, островитяне. Судя по всему, они тоже потерпели крушение и выжили. Замечательно. Да, надеюсь, мы не станем убийцами, как они. Попробуй справиться с другим. Ну, чувак, давай уже. Киркой. Найти что-то покрепче. Может, тут что-нибудь найдется. Надо найти Джек Дэниелс или какой-то вискарь такой крепкий, чтобы все это сейчас решилось. Ладно, ну а это будет в следующей серии. Можно сделать только одно. Это зарядиться позитивными эмоциями, энергией какой-либо. Вон костер полыхает. Сейчас я последнее подберу, наверное, и все, в принципе, заканчивать. Так, этого хватит. Запчасти. Зачем мне запчасти? Ну ладно.
Ладно, я не знаю, как кирку взять, я бы немножко затупил. А, опять всякие запчасти. Что-то можно скрафтить, наверное. Может, меч какой-то. А, покрутить его, кстати, нельзя. Ну ладно. Так как тут выйти отсюда? Не, как-то... Ладно, все, черт, меню, честно, накрутили всего, чего хочешь сюда. Ладно, все, наверное, будем на этом заканчивать. Если смотрите это видео, обсуждается случайно, и оно вам понравилось, и хотите видеть больше таких роликов, оставляем комментарии, ставим большой палец вверх, подписываемся на мой канал. С вами был Джаз, Tomb Raider, Майнкрафт, и всем удачи, всем пока, ребята.